يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Причинение неверующими мучений и страданий мусульманам. Пророк, мир ему и благословение, был единственным, кто читал Коран открыто перед людьми, перед многобожниками. И вместе с этим ему, да благословит его Аллах и приветствует, причиняли страдания и мучения. Что же касается его сподвижников, то они не осмеливались читать Коран публично. Если даже произнесение свидетельства «нет Бога, кроме Аллаха» и что Мухаммад, посланник Аллаха, были причиной мучений мусульман, то что же говорить о Коране? Что же говорить о словах Всевышнего Аллаха? В один из дней сподвижники пророка сидели и разговаривали друг с другом. Один из них сказал: «Кто из нас осмелится читать Коран открыто, чтобы курейшиты послушали его? Ведь они не слышали его от нас». Кто из нас встанет и прочтет Коран перед курейшитами, чтобы они услышали его от сподвижников пророка? Не осмелился никто, кроме Абдуллаха ибн Масуда. Он заявил: «Я прочту Коран перед ними». Абдуллах ибн Масуд был мужчиной слабого телосложения. Его голени были худыми, но он сказал: «Я сделаю это, я прочту Коран перед ними». Сподвижники сказали: «Нет, если бы это сделал кто-либо другой, но не ты, о Абдуллах. Мы хотим, чтобы это сделал мужчина, чье племя заступится за него перед курейшитами». Он сказал: «Нет, я это сделаю. И за меня вступится великий и всемогущий Аллах». Какая сила веры? Ведь дело не в теле, а в вере. Встал Абдуллах ибн Масуд и направился к месту Ибрахима. Там он начал открыто декламировать Коран. Неверующие курейшиты услышали это. Кто осмелился читать Коран? Что это за голос? Откуда он? Затем они начали собираться вокруг Абдуллаха ибн Масуда и порицать его чтение. Они стали бить его, чтобы заставить замолчать. Они бьют Абдуллаха ибн Масуда, но он продолжает читать и не обращает внимания на это. Абдуллаха бьют, но он продолжает читать Коран. Его бьют так сильно, что он начинает истекать кровью. Они не оставили ни камня, ни сандалий, не оставили ничего, чем бы его не ударили. Он был слаб телосложением, однако силен верой. Он старается читать, возвышает голос. Они хотят заставить его замолчать, но не могут сделать это. Он продолжает читать и читать, не останавливаясь, пока не падает на землю. Его лицо было неузнаваемо, где лоб, а где затылок, из-за многочисленных кровопотеков. Его тело истекает кровью. На следующий день ему сказали: «О Абдуллах, видел ли ты то, от чего мы предостерегали тебя?» Он ответил: «Клянусь Аллахом, я не боюсь их сегодня больше, чем вчера. Их положение предо мной меньше, чем вчера. Если вы хотите, то я сделаю это еще раз. Прочту Коран в открытую еще раз». Они запретили ему это, сказав: «Нет, Абдуллах, достаточно того, что ты сделал, ведь ты дал им послушать книгу Аллаха».
Таков Абдуллах ибн Масуд, о чьих голенях пророк, мир ему и благословение, сказал: «Голени Абдуллаха ибн Масуда тяжелее на весах, чем гора Ухуд». Такими были сподвижники пророка, да благословит Аллах и приветствует его и его семейство. Несмотря на то, что многобожники причиняли мучения всякому, кто читал Коран, кто декламировал книгу Всевышнего Аллаха, не давали никому слушать, как читает Коран посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, несмотря на это, они любили слушать Коран. Как это может быть? Абу Джахль ибн Хишам, Абу Суфьян ибн Харб, Аль-Ахнас ибн Шурейх. Они были врагами посланника Аллаха и старейшинами среди многобожников. Каждый из них, когда наступала ночь, шел незаметно, в одиночку, в место, неподалеку от дома посланника Аллаха, да благословит Аллах и приветствует его и его семейство, чтобы послушать чтение им Корана. Ни один из них не знал о другом. Воистину, это слова Аллаха. Их души призывают их послушать Коран. Не на человека, на твердыню, на гору, что говорит великий и всемогущий Господь. خاشعاً متصدعاً من خشية الله. Абу Джахль слушает Коран в одиночку. Абу Суфьян в одиночку, и Аль-Ахнас слушает его в одиночку. Незадолго до зари, когда они возвращаются в свои дома, все трое встречаются на одной дороге. «Что с вами? Что вы делаете? Если бы вас увидели ваши невежественные соплеменники, то в их душах зародились бы сомнения. Не делайте так более». Они договариваются не возвращаться к этому. На следующую ночь каждый из них идет, чтобы послушать Коран. Абу Джахль, Абу Суфьян и Аль-Ахнас. Каждый из них слушает, но, к сожалению, их сердце не размышляет. Словно на их сердцах замки. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. На следующую ночь, когда приближается заря, они вновь сталкиваются друг с другом по дороге, возвращаясь домой. «Что с вами? Что вы делаете? Не делайте так еще раз». На третью ночь они вновь делают то же, что и в предыдущей ночи. Однако здесь они договариваются не делать это еще раз. Своими сердцами они знали, что это слова Аллаха, что это посланник Аллаха, но были высокомерны и упрямы. لكنه العناد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Так они отвергали аяты перед людьми, но когда наступала ночь, им нравилось слушать книгу Аллаха, великого и всемогущего. Начался новый период в отношениях между верующими и многобожниками. Каждое племя, в котором был верующий, но слабый мужчина, мучило его. Сейчас начался суровый период мучений. Их били кожаными плетьми, морили голодом,
били и таскали по земле. Некоторых из них даже оставляли под палящим зноем, голодными и жаждущими. Но они не обращали внимания на это. Били их плетьми и не придавали этому значения. Беляль, да будет доволен им Аллах, был рабом Умейи ибн Халяфа. Он приказывал мальчикам обматывать веревку вокруг его шеи и тащить его вокруг гор Мекки, вокруг шеи Беляля, да будет доволен им Аллах, только лишь за то, что он хотел верить в Аллаха и поклоняться ему одному. Веревка причиняла ему страдания, а Умейя морил его голодом и не давал пить. А затем он клал его на горячую землю под палящее солнце и устанавливал на его грудь большой камень. Беляль был близок к смерти, но повторял: «Един, един». А Умейя говорил ему: «Я буду поступать с тобой так, пока ты не умрешь или откажешься от веры в Мухаммада и уверуешь в Аль-Аль-Уззу». Беляль отвечал: «Если бы я знал другое слово, которое было бы вам более ненавистно, то я сказал бы его. Един, 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 един». حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا Молодой юноша по имени Хабаб ибн Арат. Его владелица приказывала его сильно избить. Он был кузнецом. Его госпожа раскладывала горящие угли, затем приводила его, приказывала снимать одежду с его спины и класть его спиной на эти горящие угли. Жир его тела плавился и тушил эти угли. Какой величины был огонь этих углей, которыми мучили Хаббаба? Кто подобен Хаббабу в терпении? Его ничто не отвергнуло от религии. Его мучили, обжигали, но, несмотря на это, он терпел на пути великого и всемогущего Аллаха. Хаббаб, который даже не достиг 18 лет из-за сильных мучений, пришел к посланнику Аллаха, когда тот лежал возле Кабы. Он сказал ему: «О посланник Аллаха, не помолишь ли ты Аллаха за нас и не попросишь ли у него помощи?» Пророк, мир ему и благословение, разгневавшись, ответил: «Среди живших до вас были люди, которые приводили человека, затем выкапывали ему яму, приносили пилу, приставляли ее к середине головы и распиливали ее так, что она распадалась на две части, и приносили железные расчески и расчесывали ими мясо и кости. Но все это не заставило их отречься от религии». الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات تعذيب ضرب جلد فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عمار ابن ياسر, его отец ياسر и его мать Сумейя. Вся семья полностью, а его мать была пожилой женщиной. Их всей семьей подвергли сильнейшим мучениям. Родителей били на глазах у Амара. Он видел, что бьют его мать и бьют плетьми его отца. Когда возле них проходил Абу Джахаль, то говорил их мучителю: «Бей и добавь им еще». А когда проходил пророк, он призывал к терпению эту семью. Вся семья полностью подвергалась мучениям на пути Аллаха. Пророк говорил им: «Терпение, терпение, о семейство Ясира. Воистину, вам обещан рай». Рай и шелка — награда за что? За их терпение. Терпение чего? Терпение этих мучений. Абу Джахаль, прибегаю к Аллаху от этого, взял боевое копье и вонзил в тело матери. Матери кого? Матери Аммара, пока та не умерла. А его отец, Абу Аммар Ясир, умер из-за сильных мучений. При нем умерли отец и мать, а его начали бить сильнее, хотели убить его. И Амар не вытерпел и сказал, да будет доволен им Аллах: «О посланнике Аллаха, то, чего они хотели от него».
Он направился, плача, к посланнику Аллаха, сказал ему, плача: «О посланник Аллаха! О посланник Аллаха, я не вытерпел и сказал о тебе то-то и то-то». Тогда ниспослал Всевышний Аллах: «Гнев Аллаха не на тех, кто сказал слова неверия под принуждением, тогда как в сердце покоилась вера», — сказал пророк Аммару. «Если тебя заставят еще раз, скажи то же самое. Этого били, а того стегали плетьми». Сухаб ар-Руми. Его били так, что он потерял сознание. Он начал говорить, не понимая, что говорил. Это Сухайб ар-Руми. Он был почитаем среди жителей Мекки. Однако, когда он уверовал, подвергся сильным мучениям. Этого мучают, того бьют. Даже Мусайб ибн Умейр не избежал этой участи. Мусайб жил в наибольшей роскоши среди жителей Мекки. Он ел наилучшую пищу и надевал наилучшие одежды. Он жил в наибольшей роскоши среди жителей Мекки. Но когда он принял ислам, его мать забрала у него все его имущество и выгнала из дома. Он стал бедняком, не знающим, где найти пропитание и что одеть. واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ибн Аббас говорил о верующих, которые претерпевали мучения. Их мучили до такой степени, что один из них не мог сидеть из-за сильной боли. Когда неверующие спрашивали: «Являются ли Аллат и Аль-Узза твоими богами помимо Аллаха?», он из-за сильных побоев и претерпеваемых мучений отвечал: «Да, Аллат и Аль-Узза – мои боги помимо Аллаха», но в сердце его покоилась вера. Даже если проходил жук, они говорили ему: «Вот это твой бог вместо Аллаха», он отвечал: «Да, жук мой бог помимо Аллаха», из-за сильных мучений и побоев. Таким мучениям подвергались подвижники пророка. Почему? Это один из самых сложных периодов ислама. Господь пожелал очистить верующих и выбрать из них лучших. Когда правдивый Абу-Бакр увидел, как мучают сподвижников пророка, таскают по знойной пустыне, бьют плетьми, он не промолчал и не стал сидеть на месте. Он пошел, взял свое имущество и начал раздавать его на пути Аллаха. Он покупал какого-нибудь мужчину из мучившихся и освобождал его ради Аллаха. Покупал какую-нибудь женщину и освобождал ее ради Аллаха. Он пришел к Амиру ибн Фухейра, который был одним из тех, кто сражался при Бадре, и был одним из первых, кто принял ислам и выкупил его за свои деньги, а затем освободил ради Аллаха. Затем он пошел к женщине по имени Зинира. Она была пожилой женщиной и претерпевала мучения за то, что приняла ислам. Он купил ее и освободил ради великого и всемогущего Аллаха. Среди курейшитов жила одна неверующая женщина, которая держала в тюрьме двух своих рабынь, Ан-Нахдию и ее дочь. Она подвергла их мучениям и призывала их делать то, что им не по силам. Она поклялась, что никогда их не освободит за то, что они приняли ислам. Пришел Абу-Бакр и купил этих двух рабынь за свое имущество и сразу же освободил их ради Всевышнего Аллаха. Когда он увидел, что Умейя подвергает сильным мучениям Беляла,
таскает его по знойной пустыне и бьет. Абу-Бакр сказал ему: «Я хочу купить его у тебя». Но тот отказался продавать. Тогда он предложил больше, и еще, пока тот не продал его по очень большой цене. Абу-Бакр даже сказал: «Если бы он продал мне Биляля даже за золото, равное ему по весу, то я бы купил его». Так Абу-Бакр купил его и освободил ради Аллаха. После этого отец Абу-Бакра пришел к нему. Тогда он еще не принял ислам и сказал: «О, Абу-Бакр, что ты делаешь? Почему ты покупаешь тех, кто слаб? Если бы ты купил сильных, то они бы защитили тебя от людей, стали бы охранять тебя». Тот ответил: «О, отец, я не делаю это ради того, что ты сказал». «Тогда почему ты делаешь это, о Абу-Бакр?» Он ответил: «Я делаю это лишь ради Аллаха, Великого и Всемогущего. Я расходую свое имущество ради Аллаха, Великого и Всемогущего». Тогда Господь ниспослал о нем следующие аяты. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Ради чего, о Абу-Бакр? إِلَّبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Он непременно будет удовлетворен. О Абу-Бакр, вскоре твой Господь сделает тебя довольным наградой за то, что ты сделал. Покупал слабых, бедных и несчастных и освобождал их ради Великого и Всемогущего Аллаха. Он не желал от них ни награды, ни благодарности. Это то, что сделал Абу-Бакр в начале ислама. Мучения и страдания, причиняемые пророку, да благословит его Аллах и приветствует, усилились. Ему причиняли сильные страдания самые близкие ему люди. Он претерпевал страдания даже от собственного дяди, Абу-Ляхаба. Аллах ниспослал аяты. Да отсохнут руки Абу-Ляхаба, и сам он уже сгинул. У Абу-Ляхаба была скверная жена, резкая и не сдержанная на язык, испорченная женщина. Она разбрасывала колючки и деревяшки на пути пророка, да благословит Аллах и приветствует его и его семейство, и у двери его дома. Когда она услышала, что Всевышний Аллах ниспослал аяты о ее муже, она подумала, что это высмеивание. Она подошла к сподвижникам, когда те сидели, а пророк, мир ему и благословение, тоже был среди них. В руках она держала большой камень и спросила сподвижников: «Где этот порицаемый?» Так она называла пророка, хотя он сидел там же. У нее спросили: «Что ты хочешь от него?» Она ответила: «Я услышала, что он высмеивает моего мужа». А пророк сидел перед ней, но Аллах увел ее взор от него. Тогда они спросили: «Что ты хочешь от него?» Она ответила: «Если бы я увидела его, то ударила бы его этим камнем». Великий Всемогущий Аллах ниспослал следующее. То есть на ее шее веревка из пальмовых волокон, которые ее будут тащить в ад. Страдания, причиняемые посланнику Аллаха и его сподвижникам, усилились. Их стали причинять им все многобожники. В один из дней пророк сидел возле Каабы и совершал молитву. «Да будут мои мать и отец выкупом за него, мир ему и благословение». Он молился, и многобожники увидели его. Увидел Укба, Шейба, Утба, Абу-Джахль и другие главари неверных. Тогда они сказали друг другу: «Кто пойдет и возьмет остатки родов верблюдицы такого-то племени?» А люди того племени зарезали верблюда, и одна из их верблюдец родила. Они сказали: «Кто возьмет те нечистоты после родов и положит их на спину Мухаммада, когда тот будет молиться?» Тогда встал Укба ибн Абу Муяд, самый злостный и мерзкий среди них. Он пошел и собрал эти нечистоты, грязь и то, что осталось от родов верблюдицы, взял их и подождал, пока посланник Аллаха, мир ему и благословение, не склонится в земном поклоне. Как только он склонился, тот бросил эти внутренности ему на спину. Многобожники начали смеяться и падать от смеха. Посланник Аллаха в состоянии земного поклона своему Господу Всевышнему, а нечистоты и грязь на его спине. Об этом услышала его дочь Фатыма, да будет доволен ею Аллах. Она поспешила, побежала к своему отцу и удалила нечистоты со спины его. Когда он закончил свою молитву, посмотрел на свою дочь Фатыму, а она плачет и смотрит на то, что сделали многобожники ее отцу. Он сказал ей: «Не бойся, о доченька, воистину Аллах защитит твоего отца».
то есть терпи, воистину Аллах мне поможет. Затем пророк направился к многобожникам, а те смеются и падают со смеху, сидя недалеко от Кабы. Он призвал Аллаха против них, сказав: «О Аллах, покарай Абу Джахля, и покарай Удба, и Шейбу, и такого-то, и такого-то». Он начал называть их одного за другим. Ибн Масуд, который присутствовал при этом, сказал: «Клянусь Аллахом, всех, кого тогда назвал пророк, я видел бездыханными в первой битве. При Бадре эта группа будет разбита, и они обратятся вспять». Пророку причиняли много страданий. Умея ибн Халяф хулил, то есть ругал его публично, и обижал, то есть ругал его тайно, и не спасал о нем Аллах. فأنزل الله ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. Абу Джахль, да проклянет его Аллах, в один из дней пришел к своим друзьям и сказал им: «Склоняется ли Мухаммад при вас в земном поклоне?» Ответили: «Да». Тогда он сказал: «Если я увижу его, то наступлю ему ногой на шею». Они сказали ему: «Вон там он молится». Там молился посланник Аллаха. Тогда Абу Джахль пошел к нему и захотел наступить ногой на его шею. И вдруг он обратился вспять, а люди наблюдают за этим. Что с ним? Почему он не приближается? Он начал отходить и выставлять свои руки перед лицом, словно отталкивая что-то. Они спросили его: «Что с тобой?» Абу Джахль пришел испуганным и сказал: «Между ним и мной огненный ров». Когда пророк окончил свою молитву, он сказал: «Клянусь Аллахом, если бы он приблизился ко мне, то ангелы бы разорвали его на куски». Такие сильные мучения претерпевал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, от неверующих курейшитов. Претерпевал удушение и побои. В один из дней он пришел к одному из них и призвал его к исламу. Тот принял ислам. Когда же тот пошел к своему другу, друг спросил его: «Что с тобой?» Ответил: «Я принял ислам». Тот сказал: «Ты поменял свою религию?» Ответил: «Напротив, я принял ислам». Услышал его слова и принял ислам. Тогда его друг сказал ему: «Клянусь Аллахом, тогда ты не друг мне, пока ты не оставишь эту религию, не пойдешь к Мухаммаду и не плюнешь в его лицо». Этот мужчина сделал это. Он пошел к посланнику Аллаха, оставил религию и отступил от нее. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. Он будет кусать свои руки, жалея и мучаясь из-за того, что совершил в этой жизни. Пророк претерпевал мучения, его ругали и обижали. Его родственники и соседи клали нечистоты перед его домом. Когда же он выходил из своего дома, говорил: «О Бану Абдуманаф, так ли поступают соседи?» И все это лишь из-за того, что он призвал их уверовать в единого Господа. ولا تك في ضيق مما يمكرون. Он претерпевает страдания, но Господь великий, всемогущий, призывает его терпеть и укрепляет его. Когда страдания, претерпеваемые пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижниками увеличились, он захотел собраться с ними в доме Аркама ибн Аби Аркама возле горы Ас-Саффа. Пророк приходил в этот дом тайно, и сподвижники собирались в этом доме тайно. Когда наступала ночь, и люди расходились по домам, сподвижники незаметно приходили в этот дом. Сидели в нем с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Что же прекраснее этого собрания? Что же красивее этого места, в котором собирались Абу-Бакр, Али, Усман ибн Аффан, Тальха, Абдур-Рахман, Биляль, Аммар ибн Ясир, Хабаб ибн Арат и определившийся в исламе. Все они собирались в этом доме вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Все, что говорилось в этом доме, и все, что читалось в нем, было тайным. Сколько знаний получили первые и опередившие в исламе? Как увеличивалась их вера каждую ночь и день? Какое же собрание может быть более великим? И какой дом, кроме того, в котором собирались подвижники с лучшим из созданий Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, может быть более красивым? Компания iMedia выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу «Аль-Ватан».